Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». И сегодня мы с вами будем готовить самое любимое наше блюдо – картофельное пюре. Да-да, я знаю, что все хозяйки умеют готовить картошку-пюре. Но наверняка каждый делает это по-своему, и у каждой хозяйки есть свои секреты, которые делают картошечку невероятно вкусной. Вот сегодня я расскажу про свои секреты. Итак, картофель мы с вами очищаем от кожуры и обязательно нарезаем на небольшие кусочки. Это делается для того, чтобы картофель сварился быстрее, потому что если мы будем варить картофель целиком, то это займет намного больше времени. Нарезанную картошечку складываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Воду, конечно же, лучше брать не из-под крана, лучше использовать бутилированную воду или хотя бы фильтрованную. Обратите внимание, что картошку мы сейчас не солим, это мы будем делать в конце, это важно. Варим картошку на среднем огне до мягкости. Картошка готова тогда, когда она легко протыкается вилкой или ножиком. И теперь второй секрет. Мы не сливаем с картофеля воду, мы просто берем и достаем картофель с помощью шумовки и перекладываем его в другое блюдо. Это делается для того, чтобы в картошке осталось как можно меньше влаги после варки. И вот теперь мы добавляем в картошечку соль и хорошенько разминаем ее толкушкой. Когда картошка у нас будет однородной консистенции и в ней вообще не останется комочков, мы наливаем сливочное масло. Обратите внимание, что сливочное масло у нас растопленное и горячее, это тоже очень важно. Снова мнем картофель толкушкой и наливаем сливки. Сливки у нас тоже должны быть горячие. И снова разминаем картофель нашей любимой толкушкой. Вместо сливок вы, конечно же, можете использовать молоко, но со сливками получается намного вкуснее. Посмотрите, какая красивая картошечка-пюре. Всем желаю приятного аппетита и жду ваших отзывов.